Давай пошли в эту. Да, слушай, походу да. Не! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Тилькаплей. Я Наташа, мы снова играем с вами в Roblox. Сегодня у нас с вами кое-что интересное. Побег из тюрьмы. Да, я нашла такие игры, я знаю, что вы очень сильно такое любите. Так что вот она, я заключенный номер, хрен знает какой. Тут есть бумажка и, как всегда говорила моя учительница, без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек. Так что мы точно человек. Мы тут сидим, видимо, судя по всему, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, год и 3 месяца, да, по-моему, каждая палочка это месяц. Так что мы сидим здесь очень долго. Не знаю, что мы сделали, возможно, избили вот это вот яйцо человека головку. Короче, ладно, нам нужно подойти, говорит человек, к туалету и сбежать. Давайте. О, я пошел. Как тут темно и страшно. Ладно, вперед. Ни хрена себе. Здрасте. Это кирка, это мне? Можно взять кирку? Ладно. Тогда я пойду. Тут смотри, какая-то жижа. Я сейчас, если упаду, я стану Харли Квинн, ты прикинь. Упаду и буду Харли Квинн. Динозавры, слушай, под тюрьмой динозавры. А что нет раскопок-то? Смотри. Или это гигант, который пытался сбежать, но у него не получилось, и он стал вот этим всем. А это чекпоинты, да, своеобразные? Ну зачем они? А, то есть об трубу, я думала, ну типа лежит труба, что об нее можно, ну можно, чтобы в нее и удариться, а оказывается нельзя. А тут лава, смотри. Опа, а надо, знаешь, сделать челлендж, короче, не сохраняться на чекпоинтах, чтобы было интереснее, знаешь. Какая-то жижа, надеюсь, здесь нет фекалий. А то как бы ножки будут-то пахнуть какашками, ноги так из жопы растут, а тут еще и вонять-то будут, соответственно. Я лезу, выше, выше, все выше и выше, залезем на бабу крыши. Ой, не, ну слушай, это прикольно, я сбегаю, я убегаю. Ой, с плечу, смотри, уии, миссия не выполнена. Я не чекпоинтюсь, я не... Я лучше чекпоинтюсь, да, действительно. На всякий случай, так, подожди. А, так тут дырки были. Я сейчас за ней просто... Бегу. От меня остались только ножки, дорожки. Все, смотри, она мне сейчас здесь ничего не сделает. Ха! Я сейчас за ней побегу, так, оп. Успела. Так, где она? Успела. А теперь я в вентиляции, я вентиляционный вон, здрасте. Ой, ну это легко. Это я смотри, это можно закрытыми глазами так берешь и обходишь. Так, раз, два, три, четыре. А, здесь можно не сохраняться, это я могу. Это что, какие-то лазеры, я что, Джеймс Бонда, что ли, не смотрел? Смотрел, ой, мужчина, вы что, по-моему, присели, обосрались немножко. А почему мой чекпоинт не сработал? Он не работает, это обманный чекпоинт. Он упал. Мальчик, а почему ты упал? Ты серьезно, ты сейчас тоже упадешь? Мальчик, у тебя все хорошо? Может быть, ему показать, как надо? Давай я тебе покажу, смотри. Вот так вот идешь. Смотри, за мной иди. Да. Ты аккуратно так, да. Во, видишь, я ему помогла, видишь? Вдвоем командная работа. Видишь, как я могу? Вот, иди как я, иди как я. Да, да, видишь. Видишь, получается, иди за мной. Он просто не мог. Он, может быть, он плохо видит. Давай, видишь, 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 братка, это легко. И потом вот так прыжок. Смотри, давай, ты справишься. Я в тебя верю. Давай, давай, ты справишься. Давай. У тебя все получится. Давай. Ну, давай, иди к мамочке. Давай. Молодец. Ой, господи, твоя рожа. О, смотри. Смотри, я сейчас сюда... О! Андрюшка, подожди, Андрюшка, мы же друзья, мы должны вместе бежать. Андрей, подожди, куда он? Вот почему я его ждала, он меня не подождал. Андрей, я думала, мы друзья. Андрей! Стой, Андрей! Андрюха меня бросил, ты понял, какая свинюха? Андрюха, свинюха. Хэштег сегодняшнего дня будет. Смотри, белый свет в конце туннеля. Я вышла. Я освободися. Андрюшка, подожди... Да куда он так быстро? Он же сейчас без меня помрет. О, мы О! Так, что, тебе нужно спасти, что ли? А как тебя спасти? Наверное, мне нужно что-то нажать. Наверное, мне нужно что-то нажать. Мне нужно освободить свою банду. Там он чувак серит сидит. Какое у него страшное лицо. Мне кажется, он насрал сам себе на свою голову, потому что у него на голове какая-то коричневая кокулька. А может быть, он застрял. Надо их как-то открыть, короче, или это дальше. Что делать? Нам нужен ключ для этой двери. Найди его. Так, нужно найти ключ. Ищем ключ. У тебя есть ключ? У него нет ключа. У тебя есть ключ? Ключ, 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 ключ. Как выглядит ключ? Они сказали, что в вентиляции лежит ключ. О, смотрите, я залезла в вентиляцию. Я сейчас найду ключ. Ой, ай, меня убило. Меня убило вентилятором. Да ты, ладно тебе, ты чего? Почему отсюда-то? Да я же зачекпоинтилась. Ты прикинь, у меня не работали чекпоинты. Походу, как только ты перестаешь собирать один, ты дохнешь. И не можешь собирать остальные, обидно. Короче, придется собирать все чекпоинты, прикинь. А я только нашла вентиляцию, думаю, сейчас я помогу пацанам выйти отсюда. Не тут-то было, понимаешь? Не тут-то было, я сдохла. Ну тут хотя бы ножки помою после фекалик-то. Вонять теперь хоть не будет хотя бы. У меня, кстати, 9 очков, если честно.
навстречу. Я ползу, 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 ползу. Уползу, ползу, ползу. Все, сейчас мне нужно найти ключ, чтобы выйти из этой тюрячки. Так, смотри, ключ лежит где-то вот здесь в вентиляции. У тебя есть ключ-то? Слушай, у нее есть ключ. Я ползу в вентиляцию. Так, вот, вентиляция. Идем сюда, ищем ключ. Ищем ключ, ищем ключ. Так, вот тут какой-то вопрос. Во! Ой-ой, смотри, охранник спит. У меня есть ключ. Ребята, у меня есть ключ. Выходим отсюда. Какой тупой охранник. Давайте на него посмотрим поближе. А если я к нему... Охранник, по-моему, он горит. Он спит. О, а можно забрать его ключ? Нет? Ладно. Тогда ладно, пошли. Тогда я иду. Но у меня, видишь, у меня есть ключ-карта. У меня все пропуски, все есть. Так, ага. Нужно, короче, куда-то эту карту присунуть. Я так понимаю, нужно дать вот этому пацану, который тут стоит. Пацан, на. Как это работает-то? Во. Так, и что делать? Прыгаем. Ха! Он нас не видел. Девочка, ты не смогла пройти, ты знаешь? Давай, я в тебя верю, Андрей. Андрей, давай. Андрюшка. Андрюшка прошел. Андрюшка прошел. Ой, это смотри, это вода. А что в тюрьме делать вода? Или это кислота, или это отход? Ну, я лучше буду, знаешь, осторожный. Не буду геройствовать, я опрыгаю эту фигню. Ой-ой-ой, какие тут лазеры страшные. Мать моя женщина, какие страшные лазеры. Мне повезет, мне повезет. Мне повезло, мне повезло. Теперь я буду за вами смотреть. Я буду смотреть, как вам не везет. Смотри, мальчик прошел. У него получилось. Пойдем, мальчик, ты теперь мой новый друг. Так, а что тут делать? Это душевая, да? Главное мыло не ронять. Ау, я уронила и мыло, и свою честь, и свою голову. Так, а что делать-то? Может быть, надо сюда? Че? Че надо сделать? Перепрыгнуть эту штуку? Тебе нужно выпить колу. Так, и че? Спидокола. И че? И че делать спидокола? Вау! Вот это спидокола! Моя спидокола кончилась! Ну ладно. Блин, я не Джеймс Бонд. Не быть мне Джеймсом Бондом, к сожалению. Так, туда мне больше не надо. Я типа здесь уже все сделала, я тут молодец. Я прошла дальше, ребят, смотрите. Я так понимаю, что мне через туалет, да? Опять эти душевые, ну ладно. Так, вот на эту воду лучше не наступать. В нее, видимо, кто-то нассал. А в нее... О, в дырку пойдем. Уи, я снова в толчке. Я снова в туалете. Здрасте, батя боже, а вы кто такой? Тут кто-то явно подох, какие-то гиганты половые. Половые, шальные. Ой-ой-ой. Слушай, ну я здесь одна. Я явно буду успешно в побеге из тюрьмы, не то что мои коллеги, Андрей и еще кто-то там. А здесь какая-то слизь. Здесь был лизун, знаешь, из охотников привидениями. А что ждать? Может быть, я могу... Я держалась до последнего. Нам нужно выждать, я там кого-то слышу. Давай, и прыжок, прыжок, прыжок. Это было легко, это было легко. Как младенца конфетку отнять. Откройте мне дверь, здравствуйте. Это что это такое? А, так вот на меня выпульнила чья-то струйка. Наверное, кто-то смыл что-то в унитаз. Нормальные струйки такие. Здрасте. Так, что там у вас? А, подождите, кого-то там рафта, шрафта. Подожди, стой, мне сказали тебя подождать. Все, я плыву. Я уплываю, я аид, типа, знаешь, который плывет по реке Стикс. Так вот, я плыву тоже по реке ядовитой, такой фиолетовый. Я иду. Мама моя, мать моя женщина, я жива. Я жива. Блин, какая большая тюрьма. Я все никак не выйду из нее. А если я выйду, то я что получу? Я получу жену, семью, что? Так, это меня, наверное, сдует, да? Что это? Кружочек. А, это типа сверху на меня смотрят такие полицейские, такие типа, а-та-та, сука. А-та-та, смотри, да, это легко. Я не знаю, кем надо быть, чтобы тут не пройти. Хотня. Тебе нужно что-то сделать. Наверное, вот эту штучку потеребить, да, или что? Ой, да я так пройду. Смотри, оп, оп. Я с паркура на паркуре учусь, как бы, поэтому вот, видишь, как могу. Я могу вот... О, это мой вертолет. Это моя банда меня, что ли? Ну, садись в вертолет. Я уеду жить. Мой вертолет потерпел крушение. О, нет, кто-то выжил. Скажи мне, кто-то выжил или выжила только я? Ты бесчувственная скотина с каменным лицом. Как ты можешь? У меня здесь погиб пилот. Hands up, поднимай руки, это тебе говорю. Говорят. О, нет! Мы пойманы, это полиция. Ты подождите, стоп, полиция. Дайте мне уйти. Полиция, я в мусорку, можно пойду? Я не хочу, чтобы они меня ловили, полиция. Все, меня поймали. Меня снова посадили в тюрьму, да? А, не, я продолжаю бегать. Вау. Может быть, сюда? Нет. Так, а что делать? Надо, наверное, как-то сбежать. Подожди, а он мне что-то не сказал. А, во, лом. Хорош. Бери лом. Бери на единичку. Я сейчас выломаю кому-нибудь дверь. Харю и дверь. Открывай. Открывай дверь. Открой. Опять я в каких-то кустах. Подожди, а тут какие-то дырки. Это нормально? Может быть, не сюда? Боже, я, по-моему, точно сейчас буду в фекальках, пацаны и девчоночки. Так, я сбежал. Ну пойдемте. Тут большой вентилятор. Вентилятор. Нет, не надо, не убивай меня, пожалуйста. Не надо. Ого! Вот это тут у них в тюрьме, конечно.
меня чуть не съели, ладно, я жива. Пока жива. Так, опять горячие трубы, опять горячо, опять перепрыгиваем их. Ну, это легко. Вот тут это что-то... Ой-ой-ой, здесь прям принц Персии начался. Вот здесь лучше не падать, а то превратишься в мясорубку. Это страшно, ребят, это очень страшно. Я не знаю, как вы... Ой, тут узко стало. Ой-ой-ой. Она еще периодически, видишь, останавливается, такая типа, ну давай, прыгни. Прыгни на меня, тебе ничего не выйдет. Бегу. Давайте, мы справимся. Я бегу, я ползу в какую-то черную труку. Да, ты наверх ползи, ты что, глупая, что ли? Наверх, все выше и выше, я вижу твои розовые трусы. Так, я снова где-то в какой-то подсобке или типа того. Я в тюрьме. Опять? Ой, это я могу. Это крестики-нолики, все понятно. Ого. А как здесь полицейские, простите меня, ходят? А, вот так вот они ходят. Понятно. Умные парни, умные. О, токсичный отход, здравствуй, Джокер. Ну, давайте, помянем Джокера. Вспомним о нем еще раз. Я точно сегодня стану Харли Квинн. Здравствуйте, что тебе нужно? Дверь закрыта, нужен ключ. Блин, а ты раньше не мог сказать, дурак? Ты раньше не мог мне сказать, урод? Наверное, сюда? Где ключ? О, нет, здесь они убивают людей и смотрят. Они убивают людей и смотрят. А я могу сюда сесть? Я не могу. Смотрите, они убивают здесь людей. Они убивают тут людей. Так, я ничего не могу здесь делать. Мне нужно найти какой-то ключ, чтобы дальше пройти, потому что без него... Видимо, я не могу пройти. О, какую выберешь, да? Хер знает, давай эту. Ау, неправильно, обшибочка, меня обшибли. А, он просто, может быть, он мне показывает на серединку? Нет. Так, а мне здесь дальше тоже выбирать надо? Да ты чё? Ты такой, ты нормальный? Я должна выбирать тебе 4 штуки подряд? Я так буду 500 лет туда идти. Ладно, давай теперь посередине. Да, конечно. Право, лево, право, лево, право, центр. Да иди ты нахрен, чего? А может быть она так и работает, типа, может быть снова лево, потом снова еще раз право, давай попробуем. Какая тропинка, действительно, какая тропинка, стоит он там, тварь. Давай пошли в эту. Да, слушай, походу да. Нет! Когда выбрала не ту дырочку. Так, вот это, ну теперь-то, я думаю, центральная. То есть еще раз левая, да? Ладно, да не надо мне ничего предлагать. Никаких грейпфрутовых пистолетов. Я как бомж играю. Давай. Во, прошла наконец-то. Так, я обошла эту дверь. Во, что это? Ощущение, что сейчас Resident Evil начнется. А я обошла дверь. Ты видел, ты какой лох? Ой, здесь кто-то нассал. Здесь, походу, обоссалась вся тюрьма. Они, видимо, перепутали, что это не туалет. И думали, что это туалет, и обсикались тут. Ладно. Ой, здесь еще и сверху. Ну, это просто. Это пустяки. Пустяки. Говно вопрос. Это что такое? Это какая-то горячая штука, кто-то борщ разлил. Повариха была не в себе, да? Переварила борща, много сделала, и она его разлила, или это блевота местная? Я не знаю, что это такое. Как дельфин был тыхаться в этой красной жиже. Смотри, я дельфин. А я тебе чё? А я тебе говорю, я дельфин. Я мама дельфин. Чего нужно? Давай, я выйду. Спасибо. Смотри, я единственная сюда пришла. А больше никто сюда не пришел. А я пришла. Видишь, какая я? А, это дверь. Хорошо. Я иду в эту дверь. Ой, ой, ой. Меня убил полицейский. Посмотри на его довольное лицо. Он прям счастлив, что он меня кончил. Сюка. Я тебя сейчас задушу, тварь. Можно я его задушу? Так, братаны, это кто? Это... Не-не-не, не надо, не стреляй. Я же руки пнял. А, мне нужно как-то спрятаться, да, видимо? Чтоб он меня не заметил. Да, он лох просто, он лох. Мне просто не повезло. Так, привет, ты что, обосрался, что ли? Что такое? Я не могу, там охранник. Корея, найди место, где спрятаться. Может, мусорка? Я спряталась в холодильнике. Возможно, потом... Простите, а почему я умерла? Я не поняла, почему я умерла, но я в холодильнике. Вот это прикол, вот это нежданчик. Прикинь, я зарезала в холодильник, я ползу по пакету молока. Вот это сюр. Вот это сюр. О, здравствуйте. Никогда не видела курицу с такого ракурса. Ничего себе. Ничего себе. О, мама мия, сыр, бутерброд, тортик. Так, мне снова на молочко. Блин, ну курица была топовая, вы, конечно, не извините. О, я могу сесть. Зачем мне прыгать? А я думала, зачем мне прыгать, когда у меня есть, типа, сбочку, типа, можно найти. Не, ну можно идти за бочку, но главное достичь... А, там дырки. Тогда прыгаем. Хорошо. Тогда игра, ты выиграла. Игра, ты выиграла. Поздравляю. Ты меня задоминировала. О, бутылки. Не садись, говорят, на бутылку. Не надо. Не надо. О, это жвачка. А можно мне вот так вот камеру не дергать, пожалуйста? А то я как бы ни хер не понимаю. Во. Вот так, хорошо. Идем. Когда я выйду уже из этого холодильника? Здесь какая-то хрень происходит. Это куда? Яйца? Давай яйца. Здрасте. Наверное, лучше прыгать по яйцам. Буду прыгать по яйцам. Мне кажется, что не... Ну, а, подожди, а как? А как мне тогда допрыгнуть до той штуки-то? Ты нормально? Какой двойной прыжок? Подожди. Так, яйца, допустим. А, вот. Подожди, а как? А как? Я не понимаю, что? Ну что, мне двойной прыжок, что ли, покупать? Серьезно? Да ну не может же быть так. Можно же как-то и без двойного прыжка пройти.
Что-то пошло не так, мы в какой-то блевотной жиже сдохнем. Не знаю, как это пройти. Не, ну как-то же должно, может быть, по сосульке? Нет, сосулька меня соснула, лизнула, подлизнула. Кавабанга! О, повезло. Повезло, смогло, получилось. Обязательно здесь сохраняемся, то здесь какая... А, надо, наверное, сюда. Ну, пойдем. Блин, наверное, на вот эти вот сосульки лучше не прыгать, да? А, да, они же нас убивали. Тогда вот так. Вот это, конечно, челлендж. В холодильнике я, сбегая из тюрьмы, еще ни разу не была, но теперь буду. Теперь у меня есть опыт. Я сейчас вылезу, думаю, из холодильника. Я заработала 44 очка уже. Ты чувствуешь, насколько я вообще просто бро? Все, попрятались, да? Пойдем. О, чпончики. Вау. Пончики. Так, здесь опять свет, да? Быстрее! Успела. Давай, мужчина, я сейчас выйду. Подкоп, подкоп. Кто ж знал, что я об струйку-то умру? А, это просто в туалет. Туалете, да, босс, нам понятно. Так, мужчина, давай, я прыгаю вниз. Я снова вниз. О, фу, вот это точно теперь фекальки. А, не хочу думать, что это за коричневые блоки. Это явно не гробы. Фу, теперь мои ноги точно в говне. Какой Milky Way? Это не Milky Way. Milky Way выглядит не так, у меня для тебя плохие новости. Если все время ты думал, что это Milky Way, у меня для тебя очень плохие новости. Очень плохие новости. Что? Ну все, я попала. Пошли сюда. И ходила она так, тут ходила, бродила. И ни хера она не находила. О, во-во-во-во-во. А, это самое начало! Как так? Подожди, так давай. А, сюда. Нет, пошли сюда. Все, идем. Вот сюда. Я думаю, я правильно иду. Ну подожди, ну куда? Тогда. Так, сейчас я иду назад. Как бы мне? Боже, какой сложный лабиринт. Никогда такого не было. А? Ура! Привет, брат! Я вышла! Ей! Нет! Мне нужно было успеть в ту дырочку залететь, ты понял? Охренеть! Ну давай! Япон, это было сложно. Здрасте. Там, смотри, мои братухи, пойду с ними поболтать. Братухи, подорова. О, картишки играем, здрасте. Вот и филеп, да бячес, на тебе, я тебе сяду на лицо. Все, и что мне дальше делать? Бежать куда-то? Ну, пошли туда. Сколько здесь убегать, интересно? Вот так, так, сюда нужна какая-то карта, а у меня ее нету. Значит, мне нужно найти какую-то карту или что вообще, куда? Мне не дали квест. А, вот дырки какие-то. Это где я? Мама, я снова попала в какую-то жепь. Мама, я в жепе. А-а-а, вот это тюрьма. Блин, ну слушай, прикольные уровни, мне нравится. Здесь очень такая аутентичненько, атмосферненько. Мне кажется, если здесь играть толпой вдвоем, это будет вообще смешно и хорошо. Так, а мне нужно, может быть, выбрать какую-то дырку правильную. Да, видать. Да ладно, я вышла на свободу. Ура, это мой новый вертолет. Привет, братка, давай. Это новый вертолет. Ура, вертолет. Все, я прошла игру. Я выиграла. Ура. Так, еще есть какие варианты? Банки, зомби, клоуны. Слушай, мне очень понравилась эта игра. Как тебе? Пиши в комментарии. Блин, это было очень классно. Поиграю потом вот в эти остальные игры. Лайки, если ты тоже этого хочешь. Подпишись также на мой канал. И увидимся с тобой уже очень скоро на этом канале. Так что до новых встреч. Пока.